Миллионы людей на разных континентах 9 мая объединит бессмертный полк. О подготовке крупнейшей акции в День Победы сегодня рассказали во время телемоста между Москвой, Петербургом и Екатеринбургом. Именно в этих городах, как ожидается, шествия будут самыми массовыми. Чтобы принять в них участие, напомню, нужно прийти к месту сбора с фотографией фронтовика. В столице марш начнется от метро «Динамо». В этом году акция пройдет более чем в 50 странах, в том числе в США, Канаде, ЮАР. К ней готовятся и в бывших советских республиках. В Латвии, к примеру, список городов-участников пополнит Юрмала. Память людская, она сильнее всех нас оказалась. И это слава Богу, что это так, именно память. Знаете, есть в одном фильме офицеры, есть такой третий куплет песни, есть «Нет на свете семьи такой, где б не памятен был свой герой». Вот это вот самое главное. А не то, где, когда, во что, а вот то, что есть в каждой семье, такая память, это самое дорогое и самое прекрасное.